Референдум в Крыму состоялся 16 марта 2014 года. Более 96% избирателей высказались за вхождение Крыма в состав России. А уже 21 марта Владимир Путин подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. Также глава государства подписал федеральный закон об образовании в нашей стране новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 3 года назад отмечать это историческое событие вышли на улицы крымских городов едва ли не все жители полуострова. Теперь эту дату отмечают ежегодно, в том числе и в нашем городе. Кстати, курорты Крыма и Сочи связывают не только туристические потоки. В прошлом году городские собрания Сочи и Феодосии подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Документ должен способствовать укреплению связи между муниципалитетами, а также деловых, культурных и общественных связей. Делится олимпийская столица и опытом работы в курортной сфере, управлении инфраструктурой и секретами продвижения курорта. Не так давно администрация Сочи принимала у себя руководителей муниципалитетов Крыма. А скоро наладится и туристический обмен. Между Сочи и Севастополем начнет ходить 9-палубный круизный лайнер. В первое плавание по черноморскому маршруту он отправится в мае. Мероприятия, посвященные 3-летней годовщине присоединения Крыма, пройдут во многих городах. В Сочи праздничный митинг-концерт «Мы вместе» состоится на площади Южного мола Сочинского морского порта. В программе выступления творческих коллективов и военно-патриотических молодежных клубов. Начало в 12 часов. Вход свободный.